Вообще хочу сказать, что в Америке есть такой жанр по поводу госпожи Псаки, я бы применил как комикс. Вот, например, политический комикс – это некий такой, такой стереотип, такой рупор, специально говорящий, прилично причесанной женщины против чего-то. Вот ее должность, ей сказали, мы тебя берем на работу, мы платим тебе в Белом доме большие деньги, а ты будешь выходить и говорить, что России это очень плохо. Вот что бы ты ни сказала, ты даже, то есть ее зарядили на определенную некую манеру общения. Вообще она не имеет отношения ни к политике, судя по всему. Это просто пропагандист. У нас такие были в начале прошлого века окна роста. Люди в голубых блузах, синих там. Там вот. И она тоже выглядит очень жалко. И вообще мне, честно говоря, хотелось бы ей пожелать, а может ей написать действительно в интернете и попросить ее уволиться, пока совсем хохот не раздирает уже всех.